до этого столба. Ну, там еще пару столбов было, или три столба, я же не помню. Здесь была дверь узкая. Не делайте узкую дверь, потому что тачкой заехать не может и заходить плохо. Потом был тут столб. Вот это же я по периметру насадил топинамбур. Вот тут был столб и вот там. Там деревянный столб сгнил, я заменил его на ствол яблони, прокрасил этим. И вот так было до за дверью заканчивалось. Сейчас с этой стороны сделал, делаю такой большой вольер за калиной, то есть они там смогут себе гулять, прятаться от хищников. И будет им приволье. А вот такой узкий выгульный дворик, это я считаю, что он бесполезен. Курам нужно много пространства. Иначе, ну, они просто выщипают, и такая вот будет пустая земля, они просто будут загорать на солнце. А на солнце они могут загорать, если дверь, сетку поставить, сетчатую дверь. У меня была вот сетка. Я сюда ставил. В принципе, солнце попадает, и кто хочет, может подойти позагорать. То это практически бесполезно. Вот они зашли уже все. Вот и отлично. Закрываем. Тоже закрываю и выпускаю петуху. Да, сейчас вы видите, как выходят петухи. Придется разгородить, чтобы они потом нашли дорогу домой. Вот такая дверь из сетки получается. Удобная вещь, мне понравилась и рекомендую и вам тоже. Не делать никаких дополнительных там рамок, еще чего-то такого. Так, парнишки, парнишки, гулять. Вот так одну дверь, чтобы они. Давай, пучи глазик, пучи глазка. Давайте, давайте, гулять. Стесняются камеры. Давайте, давайте, парнишки, выходите. Так, 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 так. Ладно, я отойду. Переживают. Увидели меня в другой кепке, не в панамке. И за это сильно переживают. Да, они тут, конечно. Чужих они не любят. Они своих-то не особо почитают. Ну, не знаю, сколько тут квадратных метров. Где-то приблизительно, вот эта длина сетки 10 метров, но там будет чуть больше длина. И ширина, сейчас посчитаю, сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну что ж, вполне, вполне. 7, и там, допустим, где-то 12 метров там будет загибаться. Семь на 12. Это намного больше 100 квадратных метров. Я думаю, им хватит, где найдут место, где разгуляться. Съедят, пообъедают, пообгрызают этот бурьян. Чистотел. Вот видно, где куры выгребли. Тут выгребали. Я немножко повырывал. И вот тут они тут полностью зачистили все растения. А там у меня уже дикий край.
здесь тоже на шурупах, тут похуже, конечно, держится. Но немножко позже сделаю по-другому. Это у меня остаток. Вот такое крепление простое. Сетка за сетку. То есть можно легко снять, разобрать, перенести, установить это в другом месте. Вот такой вот у меня рассказ. Так, куры, петухи не хотят выходить. Давайте, давайте, ребята. Ребята, видео снимаем. Иди, иди, кукареку. И ты, пучеглазка, тоже. Вот они пошли. Увидели сетку. Не понимают. Ну, я тут отгородил, чтобы они, если зайдут туда, они будут идти вдоль сетки и будут упираться в стенку. Пока пусть будет открыто. Все равно, что с той стороны открыто. Ну и надеюсь доделать. Потом уже посмотрим обзор через какое-то время. О, начинает купаться. Делает купальную яму. Ванночку себе. На солнышке загорает. Давно они не видели солнца такого. Только с утра. Ну что ж. Делаем и потом покажем вам, как все это происходит. Пока!